Работы по объектам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области выполнены на 70%. Об этом 17 сентября 2019 года сообщил замминистра строительства дорожного хозяйства региона Евгений Липатов. Мы сделали плановый выезд, потому что у нас есть проблемные объекты в Ангарске, в Иркутске. В целом, если говорить о городе Ангарске, то у них готовность большая по объектам, выделено 440 миллионов из федерального и из регионального бюджета. Замминистра подчеркнул, что сейчас необходимо ускорить работы на крупных объектах, в частности на улице Декабристов. Там расширяется дорожное полотно. Еще один объект в Ангарске – отрезок трассы М-53 длиной около 10 километров. Сейчас работы завершены, ведется приемка. Стоимость работ составила 161 миллион рублей. В Иркутске замминистра посетил реконструируемый участок автодороги в микрорайоне Новоленина. Рассчитан объект на 2 года. В этом году выделено 100 миллионов рублей, чтобы они реализовали работы по сетям, провели полностью подготовку и так далее. Как мы сегодня наблюдали, в принципе, подрядчик работает, но пока с оплатой там очень тяжело. И средства мы предусмотрели, а средства у нас лежат, и мы их пока не можем им платить. Это очень плохо, потому что подрядчик должен получать вовремя свои деньги и должен выполнять своевременно все работы. А качество выполненных работ контролируется строго. Так, представители Росавтодора с мая по сентябрь провели более 110 выездов, обследовали свыше 60 объектов, взяли около 40 проб асфальтобетона. Выявлено почти 200 нарушений, половина из которых уже устранена. В целом проект БКД у нас занимает большую часть дорожных денег в регионе. Это более 8 миллиардов рублей, 3,160 выделено из федерального бюджета, более 4 миллиардов – это региональная часть, ну и в пределах миллиарда – это часть местных бюджетов. Сегодня у нас готовность по асфальтобетону, да, по верхнему слою покрытию в целом по области, ну, 69, так вот 70%. Ежедневно мы добавляем выполненные работы. К концу 2019 года в нормативное состояние будет приведено 240 километров дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области. 61 километр местных дорог будет соответствовать нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.